В Кишиневе сегодня вновь запланированы многотысячные митинги. Своих сторонников на улице обещает вывести и оппозиция, и действующая власть. Обе акции будут проходить одновременно. Политическое противостояние не утихает в Молдавии уже несколько месяцев. Очередной виток начался в среду, когда депутаты спешно за 6 минут утвердили новый кабинет, а затем министры тайно приняли присягу. Сегодня истекает срок ультиматума, который лидеры оппозиции предъявили спикеру парламента, отменить результаты голосования по Кабмину. Это могут сделать сами депутаты или Конституционный суд. Далее, по мнению оппозиции, нужно распустить парламент и назначить новые выборы. Спикер уже заявил, что оснований для выполнения этих требований нет. Новый премьер, в свою очередь, призвал полицию действовать решительнее по отношению к демонстрантам, которые нарушают общественный порядок.